Доброго времени суток. Ну что, я практически собрал планер. Остались еще некоторые моменты. Во-первых, это настроить регулятор газа. Во-вторых, обклеить его скотчем хотя бы по кромкам крыльев и передняя. В-третьих, надо все-таки пристроить по нормальному видеопередатчику, потому что он сейчас просто внутри лежит пока. Да еще рядом с регулятором газа. Не лучшее соседство. Ну а пока аппаратура подключена. Руля направления у него нету, просто стабилизатор. Вот есть руль высоты и элероны, которые работают в противофазе на одном канале. То есть здесь, чтобы повернуть, надо элеронами поворачивать. Отклоняешь элерон, он по крену поворачивается, а руля направления нету и газа нету пока, потому что не настроен регулятор. Но тем не менее можно сказать, что он уже как-то живет и даже видеопередатчик работает. Вот здесь вот у меня сверху GPS. Ну, это стандартно. Там вот в носу камера. Батарея. 3000 мАч. Три ячейки. Антенну приема команд управления пристроил сбоку. Приклеиваю скотчем, чтобы у него было минимальное аэродинамическое сопротивление, не мешалось нигде, ни за что не цеплялось. Снизу вот лючок доступа, там вот регулятор, провода. Вот тут вот сервер, который я уже показывал. Ну, скажу, конечно, у меня не лучший кабель менеджмент, потому что провода пришлось сигнальные из всяких кусочков собирать, потому что у меня таких сигнальных не было, гибких. Силиконовой изоляции. Но тем не менее для первого теста сойдет. Когда разберусь с регулятором газа, уже можно будет думать о том, способно ли оно, как говорится, подняться в воздух. В принципе, даже без регулятора газа можно просто покидать как планер. Правда, далеко не улетит. Холодно, зима, снег. На улице опять. Ну ладно, пожелайте мне удачи с самолетом. Всем удачи, всем пока, до новых встреч.